С каждым годом количество несчастных случаев на производстве в Ханты-Мансийском автономном округе Югре снижается. Тем не менее, обучению персонала предприятий и организаций навыкам такой помощи по-прежнему уделяется особое внимание. Этому способствует и проведение различных конкурсов. Очередной пройдет в Ханты-Мансийске, а вот его муниципальные этапы уже прошли. Данный конкурс проводится в соответствии с приказом Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Это проходил муниципальный этап конкурса. Победитель конкурса будет представлять Березовский район уже на региональном этапе в 2021 году в городе Ханты-Мансийске. Конкурс проводится уже второй раз на территории Березовского района. В Березово в конкурсе приняли участие 7 специалистов, представляющие различные организации поселка. Конкурсанты ответили на тестовые задания, а также на одно, приближенное к реальной жизненной ситуации. Экспертное жюри присудило первое место Татьяне Батмановой из отдела МВД России по Березовскому району. Она и еще 2 участника получили специальные дипломы. Вручение было приурочено к юбилею образования Ханты-Мансийского автономного округа. А потому было особенно торжественно. К слову, победа в муниципальном этапе далась нелегко. А главной составляющей успеха стала личная заинтересованность конкурсантов. На самом деле я очень долго сомневалась, участвовать мне в конкурсе или нет, потому что я далека от медицины, от оказания первой медицинской помощи. В должности инженера по охране труда работаю более полгода. Но когда предложили, и вот этот какой-то азарт, попробовать себя в чем-то новом еще, вот это все взяло вверх, я приняла решение участвовать. Готовилась, честно скажу, что читала много, смотрела ролики и вот победила. Финал конкурса оказания первой помощи пострадавшим на производстве пройдет в апреле 2021 года. В нем примут участие победители муниципальных этапов. Прогнозируется, что он будет транслироваться в онлайн-формате. Валерий Белый, Роман Тягунов, АТВ «Березово».